И последнее. В Нерюнгри купальный сезон открыли не только обычные обыватели, но и любители экстрима на воде. Побороться за мокрый кубок съехались участники с близлежащих городов. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Водомет на перекате – очередной проект внедорожного клуба «Экден 4×4». В этот раз организаторы предложили всем желающим принять участие в гонках на воде. Участники из Нерюнгри, Тынды и Якутска соревновались в трех дисциплинах – скоростной рубеж, выход на глиссирование и прохождение мели. Сегодня здесь собрались, наверное, профессионалы своего дела, потому что водомет на перекате – это не у каждого, а пропагандировать этот вид спорта, конечно, мы же будем. Почему? Потому что это интересно, лето короткое. Не все могут поехать, к примеру, в дальние края, а здесь в нас, в Южной Якутии, отдохнуть на берегах, порыбачить, попить свежую водичку из источников. Это же очень важно. Я так думаю, что это первый шаг к тому, чтобы мы начали развивать вот этот вид спорта у нас в Нерюнгринском районе. Летний сезон – идеальное время для организации экстремальных соревнований. Внедорожный клуб «Экден» в этом сезоне организует уже не первые соревнования, но такой формат был предложен для любителей техники впервые. Мы развиваем вообще в целом экстремальные виды спорта здесь у нас, в нашем регионе, в целом так же, как и в районе. А так вообще, по большому счету, я думаю, водно-моторный спорт, он необходим просто здесь. 7 команд были представлены в двух категориях. Лодки с водометными моторами до 40 лошадиных сил и с моторами более 40 лошадиных сил. Очевидно, что к гонке все готовились долго и упорно, но только сильнейшие были награждены медалями, кубками и призами, которые заслужили в упорной борьбе. Все было здорово, нам очень понравилось. Как вам трасса и соперники? Все замечательно. Все хорошо, ребята, отличные. Хотим еще. Атмосфера очень благоприятствует. Организация на высшем уровне. Гонки на лодках для Нерюнгринского района совершенно новый формат. Но организаторы не собираются останавливаться на достигнутом. И в следующем году обещают более масштабное зрелище. Ксения Малюгова, Виктория Харитонова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.